Здравствуйте, друзья. У меня есть две бутылки вина урожая 77 года и урожая 79 года. Вот посмотрите. Сейчас 2013 год. Тут вино 77. Плохо видно, но вот видно так. Вот посмотрите на осадок, который остается в вине. Вот на свет видно. Плавают винные камни. Это одно. Сейчас мы возьмем второе. Вот когор 79 года. Еще печальнее. Видите, толстый-толстый слой осадка на дне. Вот вы его видите. И тем, кто говорит о пользе вина, скажу, что пользы от вина намного меньше, чем вреда. Вот такой вот камень может образоваться в ваших почках при постоянном принимании вина. Поэтому не увлекайтесь. Я лично советую вообще не употреблять ни один алкогольный напиток.